Я сломал кому-то кровать. Стоит только оранжевые. Офигеть, я сам не ожидал. Ох, остается только оранжевые, которые засели. Нужно сразу к ним пойти и сломать им кровать. Прям все стукало. Вот и бля. Я так выиграю быстрым темпом. Золото. Мне дали золото за что? Железо упало, дай сюда. Это мне тут не хватает железка. Так, ну рекомендуется теперь уже броньку брать, потому что мы теперь будем за золотом бегать. Блин. Пранковать наш. Чувак, на один может пойти, но желательно взять хороший. Буквально. Зеленый тут. Нет, уже не хочет на меня идти. Ой. Я откуда знал, что прям как-то вот так вот все это будет. Может, да, что-то еще железо. Может, да, что-то купим другое. Мне прям 13 алмазов. Прям хватит на что-то ценное. Опа, нам что-то будет крутое. Сейчас себя не нападает. Вот блин, зеленая. Удаваться, конечно, не будем. Ломать кровать и все. Кровать и все дальше они сами должны играть. Ну а в принципе логично. Типа, блин, а че Андер сынок не положил? Чтобы один сынок Эндер купить. Попал! Я, конечно, не умею стрелять, но могу. Офигеть, они залили центр и... Наконец, всем. Придется рукопашку. Пошли таким ходом. Не, ну пока что, блин. Mm-hmm.
отталкиваю, давай, блин. А, ё-мо, их больше. Иди туда, там тебя черты будут с проблемами. А, чё ты мне делаешь? Ступай, мальчик. Просто такая. Давай, я чуть не врыву, стой, подожди, мне нечего кушать. Кушать дал. Все позабирали, блин. Ни одна не команда так не делает. Терем. Так. Дай что ставь. Привет. Котён тут просто не делал. Да, отлично. Я тут кровать не сломали.
Тика, я поставлю камеру здесь, или будет опасно. Ладно. Так, ну что ж. Моя карта. Здесь карта ворот. На поле Бакуган. В бой. Бакуган. На поле. Уа! Две очки силы. Твоя карта забираешь. Ха, у тебя минус. Ха, есть бой. Так, 1-1 счетчик. Слушайте, неплохо. Так. Это моя последняя карта ворот. Она тут у меня, вот этого чувака. Тут. Ладно, карта ворот на поле. Думаю, так логично. Ну что ж, вперед. Пакуган. Что такое, блин? Промахнулся. Ладно, не считаем. Моя очередь. Я даже GG-силы, блин, никогда не боюсь, в смысле. Так, берем, значит, тебя, защитник. Бэм! Ну, хай будет, в принципе, что делать. Акуга на поле. Вентус бой тогда, давай. Вентус бой, Вентус на поле. Бэм, сразу бой, отлично. Первый бой. Дун! Так, значит, бой карты ворот именно твоя. Ну, посмотрим по GG-силам. Тут я помню, писал GG-силы. 770. Ну, на самом деле, сколько тут? Кто-то знает, отпишись, чтобы я точно знал на будущее, кто вообще играет в эту игру. Будет прикольно возрождение игры Бакуган. Нет, тут вообще не написано. Просто легендарный Бакуган легендарный. Ну, ладно, 700 G. Так, ну тут вроде поменьше, как я помню. А, блин. Да, можно на шарик, в принципе, он и так годится. На шарик, точно. Зачем я его запускаю? Вот смотрите. Точно, шарик. Блин, давайте сейчас поставлю. А, понятно. Ну да, проблема. Так. 400 наоборот, давай. Подожди, 420G. 420G против Вентуса. 700G, капец, блин, да? Так, ну что ж. Можно сразу использовать способность. В принципе, ну давай, как наугадность, да? Так, способность активировать силам. Перевести дух, или что это такое у нас будет, хай будет. 10G добавляем через 403G. Также видно поворот, как я вижу. Меняемся джами, G силами. 700G. 700G и подожди, 430, да, вроде бы. 430, 700G. Ну что ж, слишком опасный игрок. Открываем карту. Карту ворот на поле. Так, давай тогда разберем. Мяу. Вентус, блин, Вентус 200 минус G. Ничего не меняется, давай посчитаем. Так, помню, 430. Так, минус 200. 230. Сразу на карте в роте. ПВПшится. И минус 150G. Еще плюс напарнику 150G. Тут две наш. Почему нет? Так, сколько тебе G? 700G. Минус 150, 700, 600, 550. Так, 550G у тебя. Подожди. Подожди. Сколько у тебя было? Четыреста двадцать. Подожди, 50. А. 420, 430. 230, все правильно. 230 плюс 150G. Может, короче, способность активировать, в принципе, у меня тут поменьше. Так, 100, 230. 230, 30, 230, 330 и плюс 50, 383. 380 хай будет. Да, точно, 380G. А у тебя, блин, сейчас так запутаюсь. 550, 380, 550G. 10 минут ролика, офигеть, да? Блин, такой бой, капец, ладно, нормально. Ну ладно,
Активировать способность. Ну, вот, 5. Хай будет 5, значит, 50G плюс. Или 500, но переборка же 500, поэтому 50G. Увеличение G-силы на 500G. Никакие карты не открылись, потому что какие-то матч-реванш. 500... А, кстати, можно отменить, ведь они же не тот забрали. А, возвращаем. 550G, 300. Тут ничего не меняется. Подожди, 400G плюс. Как будто обратно вернулся. 430G, 550. Блин, не хватает ничего. Ну все, вырубаем. Бэм. Так, куда Бакуган? Поражением здесь. Бакуган выиграл. Блин, дело дрянь, да? Так, чья карта? Вроде бы твоя. Открываем ее. Так, бой в полный. Твои карты здесь, твой карты здесь. После того, как он победит, ты ходишь, да? Так, окей, карта ворот на поле. Ха, все от тебя зависит, у нас тут круг. А давай, я не вижу, сколько у него G специально, чтобы они подсказывали мне тоже, мне будет вообще интересно. Давайте уже попадать, рили, мы снимаем ролик. Бакуган, да, вой. Тихо, Бакуган на поле. Вперед, змея, типа того. Значит, тебе капец будет. Вперед, сокол, бой, сокол на поле. Прям точь-в-точь попал. Бэм! Битва еще карта ворот моя. Так, корень силы G, сколько у тебя? Тут хвост, конечно. Ну, что поделать. Сколько у тебя G? Я помню, у тебя хорошую G силу, я помню очень сильно. Может, наоборот, здесь. Где у тебя G прием? У тебя G сила должна быть побольше, я помню. Алло. У него реально нет G силы. Может, на хвосте было? Точно, на хвост. Так, давайте вернемся обратно. На хвосте было. Нет, кусок хвост. Вроде я помню. Так, Бакуган не спойлерим. Это будет в следующем серии, если будет наберем много лайков и захочется со мной заснять. Хвост. Картоворот, блин, спалил. Нормально. Хвост нам нужен. Так, защита сломана, как всегда. Хвост. Дождем. Дополнительные Бакуганы. Дополнительные. Скорость Бакугана, чтобы прибавить, но это потом, наверное, будущее. Вот он. Возвращаемся. Вот он, хвост. Итак, у него, вау, вроде бы не рофл. 800G. 800G. Не знаю, вы видно ли вам или нет. Мне пишется только время. Сколько мы снимаем? Так, тут можно тут зажать что-то вот. Так, ну что? 800G. Офигенно. Так, твоя очередь. Вроде бы накрыли. Нет. Вентус. Ясно, фаер. Вроде бы. А, нет, слушайте. Ха, блин, что за обман? Ну ладно. Нет, так не. А, кстати, какие у нас поражения по куганам? Вы кто были? Ну ладно, в принципе, поиграли. Будем менять потом, да? Смена стихии. Почему бы не две смены стихии хай будут? Сколько тебе джи, блин? Сколько тебе джи силы? Алло. О, блин. У нее реально не написано, что ж такое. Тебе дает название, сколько тебе джим. Но у него 800, ты 870. Хе, прикиньте, прикольно будет 770. А так, ну да, отрешу карту. Ну хай, 870G и 800G. Ну все, карту ворот. Открыть. А что там у нас карта ворот? Блин, дело дряни. Аква 0, а Драгу 100. Тебе плюс. И без 50G тому. И себе еще раз, блин, побеждаешь. Ян, побеждаешь, если считать, 800G, 900G, 1050G, 1050G, подожди, 900, может быть, 1150G, вот, 1150G, о, сила возросла. 870G, 0, 870G, 1050G, 1150. Блин, что-то, блин, я показал, значит, все. Потому что мне, наверное, покоя меньше. Может, не надо, давайте перемирим. Все, он проиграл. Да, ролик, конечно, затянется. Ну ладно. Так, Бакуган есть. Использовано.
Мои, твои. Проиграл, кто отходит. Ну все, давай. Как там, Даркус, вперед, Бакуган, бой, Бакуган, прям четко, Бакуган на поле. Так, у меня последний, есть еще один Бакуган, покажи себя. Как там тебя, блин, Бакуган, бой, блин, Бакуган на поле, блин, как так мимо. Ты хочешь сдаваться или чё, блин? У меня самый сильный рыцарь, Бакуган, в бой, бам. В точку попал, бам, Бакуган на поле. Ну что ж, у меня последний Бакуган, это из меня Бакуган. В бой, Бакуган на поле. Тун... Подожди, мы сражались? А, мы с другим. 800G мы знаем, в принципе. Покажите свои G силы. 700G. 420G, давайте перепроверим, вдруг я не забыл. 420. Так, твоя. Блин, у тебя слишком много сил, у тебя 800G, мне 420. Карта ворот. Открыть. О, хо-хо. Аква 150G. У тебя 50, понял? Еще 250G добавни. Ну, вроде бы, если карта способности у меня еще выиграет, то я смогу выиграть. Так, 850G. Тут только Даркус минус. 850G. 800, да, 50G. У меня было 800, получается 850. Если я не ошибаюсь. Уж точно, да? Может, тут ошибочка? Нет, 850G. Так, у тебя сколько? 420, точно. 420 плюс 150. 400, 500, 70G. И плюс еще 570. 670. Вау, уже 770. Так, еще плюс 3. 800. 770. 800. Я перепутал, стоит 830. У него 830, а у тебя 850, да? Это уж точно. Давайте. Как-то ошибаюсь, наверное. Карту способность активировать. Если есть еще один Бакуган, то прибавь его, а у меня нету. Прикиньте. Ну ладно.